Тереза Мэй не представила план по выходу из ЕС. Британский премьер повторила многие свои прежние тезисы по Brexit, пообещав более тесно сотрудничать с парламентом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в парламенте в понедельник, 21 января, не представила конкретного плана по Brexit, пишет РИА Новости. Отмечается, что она повторила многие свои прежние тезисы, что считает нецелесообразным перенос даты Brexit с 29 марта 2019 года на более поздний срок. По ее мнению, это не исключит вариант выхода Британии из ЕС без соглашения, а лишь отложит проблему, что выступает против второго референдума, поскольку задача правительства, по ее словам, реализация итогов первого, да и идея проведения второго референдума, убеждена она, не пользуется поддержкой парламентского большинства, что отзывать заявку на выход из ЕС будет нарушением воли народа. Поэтому я по-прежнему буду концентрироваться на том, чтобы получить поддержку соглашению с ЕС по Brexit, сказала Мэй. Она также опровергла появившиеся на днях в СМИ публикации о том, что правительство намерено пересмотреть соглашение Страстной пятницы, чтобы решить проблему границы Северной Ирландии и Ирландии. Мэй пообещала, что будет более тесно, чем раньше, сотрудничать с парламентом, представителями всех партий, а также с основными партиями Северной Ирландии и других регионов. Единственным реальным объявлением, сделанным премьером, стало заявление о том, что европейские граждане, подающие на право постоянного проживания в Великобритании, будут освобождены от сбора, составляющий на данный момент 65 фунтов стерлингов. Ранее британские парламентарии отвергли план Мэй по Brexit таким образом. Лондон открыл путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому жесткому выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом. Как известно, Британия должна покинуть ЕС 29 марта. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net по материалам сайта newsgra.com.